Очень оригинальная идея. Юлия Махалина, прима, Мариинки. И даже самые небалетные движения, они в этом танце были в большом количестве. У него получаются так элегантно. Ну и Повилас, который может подыграть. Я думаю, что то, что они говорили перед началом номера, на репетициях, они нашли друг друга. Пара хорошо скомпонирована.